Привет, ребята! Сегодня я расскажу о том, как приготовить не только вкусную, но и полезную арахисовую пасту. Если вам интересна эта тема и вы хотите узнать, сколько на самом деле содержится калорий в арахисовой пасте, то оставайтесь со мной и давайте готовить! Для того, чтобы приготовить арахисовую пасту в домашних условиях, нам понадобится на 300 грамм арахиса 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара и также 1 чайная ложка растительного масла без запаха. В своем рецепте я использую сырой арахис, но на вкус нам больше нравится пожаренный, а это значит, что сейчас мы его обжарим. Я буду это делать в духовке. Для этого беру форму и перестилаю ее пергаментом. Сверху насыпаю орехи, равномерно распределяя их по пергаменту в один слой. И отправляю в духовой шкаф на 20 минут. Готовым орешкам нужно дать немного остыть, чтобы не обжечься. После этого их легко очистить от шкурки. Для этого их достаточно потереть между ладонями. К очищенным орехам добавляем 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку растительного масла. Затем отправляем орешки перемалываться. У меня пасты немного, поэтому я буду взбивать ее в кофемолке. Так как консистенция довольно вязкая и густая, то время от времени стоит ее перемешивать и заново ставить взбиваться. Нам нравится паста с небольшими кусочками, поэтому сейчас я ее перемешаю и наша паста готова. Если вам нравится консистенция масла, то стоит дать им взбиться еще какое-то время. А теперь интересная информация. У меня было 300 грамм арахиса, а также 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка масла и 1 столовая ложка сахара. Соединив это все вместе, мы получаем приблизительно 1820 калорий. То есть в такой вот порции арахисового масла, которого хватит буквально на 3 раза, содержится 1817 калорий. Я решила поднять эту тему, поскольку часто в различных рецептах для отличного и правильного завтрака слышу об арахисовом масле и его пользе. Я хочу предупредить вас о том, что правильное питание – это не всегда история про то, как похудеть. Это о пользе тех или иных продуктов. Поэтому кушайте на здоровье и правильно считайте калории, если вы преследуете цель похудеть. Приятного аппетита! Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы расскажете о нем своим друзьям. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока!